Ну, типа, представляю абакус, как вот этот, и вот так их перекидываю. И тут тоже самое. Вы можете за долю секунды вычислить сумму сложения двух четырехзначных чисел. А вот юному гению Денису Джабьеву, кажется, подвластно любое число. Он способен производить в уме любые вычисления за долю секунды. Глядя на то, как десятилетний Денис Джабьев решает арифметические примеры с двух-, трех- и четырехзначными цифрами, создается впечатление, будто он дирижирует. Жонглировать числами Денис научился в международной школе по ментальной арифметике во Владикавказе. В свои 10 лет он призер нескольких международных и всероссийских соревнований. На днях юный югостинский гений в очередной раз показал высокий уровень на чемпионате мира по ментальной арифметике, который проходил в столице Камбоджи, городе Пномпень. Денис Джабьев занял почетное 3-е место, выиграв среди 4000 участников. Финансовые средства на поездку были выделены по поручению главы государства. В соревнованиях было сложно, и примеры, конечно, были сложные. Но я старался и очень-очень-очень быстро делал, и вот получил 3-е место. Ну, страна, конечно, большая, но не так-то мне там уж понравилось, если честно. Денис живет в Цхинвале, учится в 12-й школе. Параллельно посещает школу ментальной арифметики во Владикавказе, школу гениев Тесла. В школе с Денисом занимаются индивидуально, в связи с тем, что учится он не на постоянной основе. Количество участников было просто огромнейшее, более 4000 ребят. Ребят было настолько много, что они не помещались в огромном зале в один поток. То есть одни зашли, отсоревновались, вышли, и потом уже через какое-то время зашли другие. То есть на соревнованиях такого масштаба занять 3-е место – это колоссальный труд его и, опять же, его родителей, естественно, и педагогов, которые с ним занимаются. Еще один уроженец Южной Осетии, 8-летний Джамбулат Кочев, стал чемпионом мира по ментальной арифметике. В этом году в чемпионате мира, который проводится в 24-й раз, участвовали юные дарования из 47 стран мира. Он посещает нашу школу в городе Владикавказ, то есть он один раз в неделю, каждую неделю преодолевает путь от Цхинвала до Владикавказа, отзанимается и приезжает обратно. По мне, так это героический поступок и его героический поступок, и родители его, за что им стоит отдать должное. Благодаря поддержке главы государства Анатолия Бибилова, с августа текущего года филиал школы гениев Тесла был открыт и в Южной Осетии. Я хотела бы выразить просто огромную благодарность Гасиеве Наталье Константиновне за то, что они помогли с поездкой Джабьеву Денису. И такая же огромная благодарность вашему президенту за то, что он помог с финансированием родителям и вообще всей семье Джабьева Дениса поехать на соревнования, на чемпионат мира, так как для Дениса в какой-то момент эта поездка стала, наверное, целью. Были какие-то препятствия, трудности, но президент помог с решением этих проблем, и за что ему огромное спасибо. В будущем году школа гениев Тесла организует в Республике Северная Осетия Алании Северокавказский чемпионат по ментальной арифметике. Эльвира Тибилова, Александр Кукоев, Арсен Гасиев. Информационный выпуск сегодня.